Если, допустим, узнать, что я рассказываю, меня будут ругать. А почему вас будут ругать? Потому что я просто... Ну и что, а если у вас есть, так сказать, знания, то почему бы и нет? Знания есть, образование есть. Какая должность просто? Ох, после пенсии какая должность? Ну вы историк? Нет, я не историк, но я одно время... Я же преподавала историю в школе. Ну вот видите, а я физик. Да. А вот... А так учитель. А теперь фотографирую. Вы откуда? Из Москвы? Ну естественно, откуда? Вот, в Москве у нас вот здесь мы жили же, от девочки с мальчиком, да? При раскопках найдены в Сунгире 30 километров, где-то 40 километров от Владимира. А у вас в историческом музее лежат подлинники уже. А это вот слепки с них, с девочки, с мальчиком. Да. А вот это тоже, это, найден вот этот молодой человек, скелет, тоже должен там в историческом у вас лежать. Маша, между прочим, очень на тебя похож. Ну-ка, иди-ка сюда. Нет. Девочка, да, красивая. Да. Маш, вот точно вот как ты. А это вот обереги у них тут были, вот носили на шее обереги, сингирская лошадка, солнышко. А это вот диски обереги, которые надевались на это, орудия, которые, чем они охотились. Вот видите, вот даже вот при захоронениях вот, у меня жили дротики и копья, и вот тоже вот такие амулеты. А маленькие, это девочка, это мальчик, да? А вот интересно, что даже по черепу, вот как-то интуитивно, а может, я ошибаюсь. Вот с них слепки сделали, видите, вот. Ну, они, это, хотя были похоронены вместе.